Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Өткенде біз сіздерге тестті жүктеу бойынша нұсқаулықты түсіндірген болатынбыз. Одан кейін журналмен жұмыс жасау және Платонусқа МОК-тың сілтемесін жүктеу бойынша. Енді содан кейін тағы да бір нұсқа ретінде Платонустың өзіне тестті жүктеу бойынша бүгін негізі жоспарымыз бойынша бүгін айтамыз дедік, бірақ бізде қазір ол нұсқа тестілеуден өтіп жатыр. Сіздерге ұсынбас бұрын, бірінші біздің өзіміздің мамандар оны тестілеуден өткізеді, яғни Платонусқа тестіні қалай жасайды, қалай жүктейді және ол қалай жұмыс істейтін болады. Сондықтан оны біз кейінге қалдырып отырмыз. Толық тестілеуден өткеннен кейін, толық қалай жұмыс жасайтынын білгеннен кейін ғана сіздерді таныстыратын боламыз. Яғни сіздерге екінші вариант ретінде тесттерді немесе сіз МОК-қа жүктей алатын боласыздар, немесе Платонустың өзіне жүктейсіздер. Енді оның әр жерде де өзінің артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Сондықтан да қалау сіздерде, яғни қайсына тестіні жүктейін десеңіздер, қайсы сізге ыңғайлы, қайсы сізге тиімді, сол бойынша жұмыс жасайсыздар. Бірақ қазіргі таңда біраз оқытушылар келіп тесттерін дайындап, әзірлеп, жүктеп жатыр. Өз беттерімен жаңағы нұсқаулыққа қарап жүктеп жатқандар бар, және бізге келіп жүктеп жатқандар бар. Сондықтан да енді Платонустағы бір жаңағы кемшілігі ол жерде, яғни тестті өту бірақ рет беріледі және сол қайтып оны жаңағы өту мүмкіндігі жоқ. МОК-та ондай мүмкіндікті сіздер жаңағы өздеріңіз программалау барысында бересіздер. Енді бүгін сіздерге мен жалпы МОК-тағы тестілеуде бағаны балдарды қою тәртібін түсіндіргім келіп отыр. Яғни ВОРТ-та тестіні жасадыңыздар, оны жүктедіңіздер, енді мынандай сұрақтар туындап жатыр. Біз сол тесттарды бағаны қалай оған қоямыз балдарды. Мысалы, мен өзімнің бір тестовый сабақты алдық. Өткенде біз осы жерге тестіні жүктедік. Енді мінекей тестіні ашамыз. Тестіні ашқаннан кейін, міне өздеріңіз открытта, яғни бұл дедлайн, сіздердің қойып қойған дедлайндарыңыз. Тағы да бір ескертетін жағдай, кейбір мұғалімдер бүкіл тесттарды жасап, кейбір мұғалім мысалы әрбір лекцияға тест әзірлеген және оны ашық қалдырған. Өйтіп ашық қалдырмаңыздар, ограничение жасап қойыңыздар. Өйткені студенттер алдын ала 5-6 дәрістердің тесттерін өтіп жатыр. Сондықтан оған шектеу қойып қойыңыздар. Неке тестқа кіргеннен кейін редактировать тест, яғни бұл сіздердің құзыреттеріңізде бар программа, редактировать тестқа кіресіздер. Содан кейін мына жерде міне қарап отсаңыздар, максимальная оценка. Біз міне осы күнге дейін келіп жатқан мұғалімдерге мынандай бір вариант ұсынып жатырмыз. Мысалы, сіз просмотрға, за просмотр лекции белгілі бір бал бересіз, 50 бал ма, 60 бал ма, енді ол өзіңіздің құзырыңызда. Сол балды бөлек шығармас үшін, яғни оны бөлек журналдан шығармас үшін, осы жерге, осы тестке енгізіп қою. Мысалы, сіз 9 сұрақ тест жасасаңыз, 10-ші сұрақ ол жаңағы дәріс қаралды ма деген. Оған екі ақ нұсқа бересіз, я немесе жоқ. Және оған, мысалы, енді шартты түрде айтайық, я сіз оған 50 балл бересіз. 50 балл за просмотр лекции берсеңіз, сіз қалған 50 балды онда мына сұрақтарға бөліп тастауыңыз керек. Мысалы, шартты түрде алатын болсақ, мына жерге сіз мысалы максимальный оценкаға 100 балл қойсаңыз, одан кейін сіз мысалы, егер бұған дейінгі сіздің жасалған тестіңізде ондай сұрақ жоқ болса, оны қосуға болады. Неке новый вопрос арқылы қосуға болады. Бұны қазір бөлек тағы да түсіндіре жатармын.
Содан кейін, яғни 50 балды сіз немесе 80 балды сіз за просмотр бердіңіз. Ал қалған балдарды сіз мына сұрақтарға бөліп тастайсыз. Бөліп тастағанда, яғни мысалы сізде 10 сұрақ делік, 10 сұрақ болса, онда сіз 5 балдан бересіз. Яғни балды енгізесіз де интерді басасыз. Әрбір сұраққа мысалы 5 балдан бересіз. Немесе біздің жаңағы сұрақтың санына байланысты, яғни. Ол сізде 2 балл болуы мүмкін, ол сізде 3 балл болуы мүмкін, яғни лекцияның қаралымына қанша балл бересің, соған байланысты. Неке біз егер 25 баллды мына сұрақтарға берсек, яғни біз мына жерге қазір добавить новый вопрос дейміз. Содан кейін множественный вопросты басамыз. Содан кейін мына жерге сұрақты, мысалы, мен шартты түрде дәріс қаралды ма деп жазайын. Содан кейін тура осы сұрақты текст вопросаға көшіресіздер, төменге түсесіздер, мына жерге жауабын жазасыздар. А, мен қазақша сұрақ, иә. Жүз деп белгілейсіз. Екінші жауап бұл жоқ, яғни дәріс қаралған жоқ дегенді. Содан кейін төмен түсіресіз, яғни сіз жаңағы иә деп жауап берсе, онда 100 балды белгіледіңіз. Енді мінекі бізде бұл сұрақ пайда болды мына жерде. Енді біз бұл сұраққа мына жерде бізде, көрдіңіз бе, 26 деп тұр. Біз жаңа мына жерде 5 сұраққа біз 25 бердік. 25, яғни қалғаны бізде 75. 75. Сонда мінекі сіздің жаңағы қосқан сұрағыңыз осы жерде шығып тұрады. Енді қараңыз, мінекі біз өзімізге қажетті, жерге 100 деп белгілейміз. 100 деп белгілейміз да, сохранитьті басамыз. Сонда, мына экраннан қарап отсаңыздар, қажетті 100 балымызды алдық, оны, яғни 75-ті біз лекция қаралымына бердік та, қалғандарын біз бөліп шықтық. Осын үлгіде жасауға болады, яғни оны сіз не мақсатта беріп отырмыз, өйткені сіз бір дегенде осы арқылы сіз ортақ балды шығарасыз. Өйткені жалпы журнал арқылы қаралымды бөлек те қарауға болады, бірақ мына жол сіздерге ыңғайлы, сондықтан да алдындағы бізде осында келіп тест жүктеп жатқан мұғалімдерді осылай жасап жатыр, сондықтан осыны сіздерге көрсетуді жөн көрдік. Одан кейін мына жерді сохранить деп басасыздар, осы нұсқада сақталады. Енді тағы да айта кетейін, міндетті түрде дедлайн қойыңыздар, өйткені дедлайн қойыңыздар және шектеу қойыңыздар, өйткені студенттер алдын ала кіріп, алдын ала сұрақтарға жауап беріп жатыр. Егер сіздер сұрақтарды жүктеп қойсаңыздар, жаңағы біз көрсеткендей добавить арқылы қаралым сұрағын қосуға болады. Содан кейін, егер мынандай мәселе туындап жатыр, егер сіз тестіні жүктеп қойсаңыздар, оның қаралымы пройдена, попыток было 10-20 деп шығады, яғни оны студенттер ол тесттен өтті деген сөз. Енді өтілген тестке сіз бұл сұрақты қоса алмайсыз, ондай функция жоқ. Сондықтан да бұны алдағы тесттерге бұл сұрақты қосуға болады, сонда сізде қорытынды сұрақ пайда болады. Сонымен қатар ары қарай жалпы тестіні, яғни редакциялау, неке батырмасы редактировать тест арқылы жасайсыздар. Осы бойынша сіздерде сұрақтар бар болса, сұраққа жауап беруге әзірміз. Может быть, я опережаю, здравствуйте. А вот, вот когда тест к лекции, вот я прикрепила, потом я написала объявление, а почему-то я у себя его не вижу, это объявление. Потом это первый вопрос. Второй вопрос. Вот у меня написано после теста к лекции попыток 242. А вот что включить в отчет? И где смотреть вот оценки, баллы, вот этого? Будете еще говорить, да? Объявление вы написали объявление, да? Или вы убрали объявление? Нет, я написала. Написала. Но не вышло, да? Ну, вроде бы выходила, вот сохраняли, я вот в отдел приходила. Но потом я сейчас вот сегодня открыла посмотреть, я его не увидела почему-то. Нажала на объявление. Вы в объявлении определенное время, там, ограничений не ставили? Возможно, может, вы поставили? Ставила. До 25-го я им поставила.
А, до 25-го, да? Да. Ну, обычно, когда объявление... Три попытки, я так и написала. Написала, что с 18 по 25. А, это у вас... И в дедлайне написала. Нет, в дедлайне я отдельно, а потом еще в объявлении написала. И написала, что время работы над текстом это 40 минут. Хорошо, давайте... Вот нажимаю на само объявление, вот, и этого объявления я у себя не вижу. Они, не может видите. Быть, видят, но я у себя не вижу. Вот вижу, я сейчас параллельно включила главные новости и объявления, добавить новую тему. Может быть, в настройках что-то, или, может быть, я не сохранила, но хотя это вроде бы сохранялось. Давайте я лично по вашему курсу посмотрю настройки, потому что у нас настройки, то есть ну, в некоторых курсах там есть индивидуальные настройки, иногда бывает, что плагины меняются. И давайте я посмотрю, да, но если вы поставили дедлайн до 25-го, он, в принципе, должен там быть. Потом, знаете, я еще хотела вот такой момент уточнить у преподавателей. Просто у нас, вы знаете, до этого курса мы записывали, то есть один курс, вот ФН, да, философия, несколько преподавателей. Просто сейчас на этих курсах, например, по несколько управляющих. Я бы хотела сделать такое предложение, что если именно, например, определенный лектор есть, мы его только делаем управляющим и все, оставляем его. А остальных, все они должны быть на курсе, мы просто делаем как администратором, либо там есть ну, другие роли, мы их оставляем, но без права, то есть сортирования. Ну, это для безопасности можно. Потому что у нас там по прошлогодним данным, которые нам давали, у нас несколько управляющих. Например, вы, а там еще два преподавателя есть, и таких курсов. Ну, ИФН тоже, тоже самая такая ситуация. Потому что у нас есть списки лекторов, и я оставлю только их управляющими, и все. А остальным хочу, то есть, закрыть доступ управляющих. Значит, вот сейчас, на сегодняшний день, все лекции записаны на меня. Ну, в смысле, по нагрузке, допустим. И вы имеете в виду, что не нас трое будет управляющих, а, допустим, только я, да? Чтобы другие уже не могли поставить дополнительно свои какие-то СРО, там, тесты и прочее. Да, да, да. Если да, сейчас там, это нагрузка... Наверное, более рационально. Да, даже если она изменится, мне кажется, можно так оставить. В противном случае, ну, может быть, для студентов непонятно. Ну, смотрите, если, например, именно сейчас только вы занимаетесь этим курсом, в журнале только у вас, и только вас оставляем управляющим, и то есть вы свои вот тесты загружаете, какие-то там изменения вносите, там по этим по объявлениям и так далее. А остальных мы оставляем также в списке, но просто право управляющего меняем на другую роль. Потому что завтра, если кто-то что-то удалил там или еще что-то, потом, то есть мы не найдем крайнего, поэтому я предлагаю сделать так. То есть мы оставляем одного управляющего. Либо вы мне можете лично на WhatsApp написать. У меня есть списки, но если никого не поменяли, так же. Потом, знаете, еще вот такая ситуация у нас. Я не знаю, это, наверное, в Платонусе нужно разбираться, потому что в некоторых группах по тем спискам, которым нам дали, то есть в русской группе сидят студенты казахской группы, либо наоборот. Нам звонят, вот в магистратуре такие случаи были. Если у вас такие случаи есть, тоже можете мне лично написать, я справлю и перенесу. А так нам звонят вот студенты некоторые, либо магистранты, вот переведите нас на ту группу или эту группу. То есть по желанию обучающихся мы не можем просто так ну, взять и перевести, потому что некоторые полиязычные группы просят перевести. Они в полиязычные группы переводятся только после тестирования. Поэтому тоже, если будут у студентов такие вопросы, вчера мы, то есть на прошлой неделе, вчера еще провели тоже вебинар для студентов, мы 4 вебинара провели и как бы разъяснили им, но все равно есть еще. И после еще такие вопросы, если вам будут студенты задавать, что не могут пройти тестирование, если вы назначили уже тестирование. Тогда, значит, этот студент еще не добавлен на курс.
вы им объясните так, и пусть либо староста, либо сам студент, мы давали свой адрес, они могут написать нам на почту, либо позвонить. Потому что без добавления на курсы они не могут пройти тестирование. Шынар Жумабаевна, менде мына не бойынша да сол сұрақ әлі түсініксіз болып тұр. Бола ма сұрақ сізге? Естілді, я. Айта беріңіз. Жаңағы сіз айтқан, мен Платонуста какой-то сборный поток білмеймін. Менде нагрузка бойынша орыс потогы болады. История, философия, науки. Менде 140 жаңағы магистрант, оның ішінде английский топтар бар, ағылшынша оқитын, қазақша оқитындар бар. Соны қашы, сол қашан реттеледі? А соның ішінде мен өзім беріп жүрген, мысалы, маған қатысты немді, потогымды әлі нете алмай жүрмін. Көрем, білмеймін қалай реттейтінін ішінен. Иә, ол мәселемен бізді міне тікелей келіп отырмыз. Өйткені біз, былай қарасаңыз, біздің екі апталық жұмысымыз енді кейбір топтарда зая кетіп жатыр да. Өйткені бізге сол Платонустағы сіздердің журналдарыңыз бойынша бізге тізім берілді, иә. Біз оларды қостық. Енді бұл сұрақ сол офис регистратор ма, Платонус па, жалпы академиялық мәселелер жөніндегі департамент айналысады ғой. Өйткені бізде мысалы, енді студенттер, магистранттар хабарласып жатыр. Мен жалпы полиэтичный топта болуым керекпін, мен неге қазақ тобындамын, немесе жаңағындай, мен орыс тобында болуым керекпін, мен неге қазақ тобында. Біз сол тізім бойынша мысалы МОК-қа да енгіздік. Енді біз оны қайтадан жөндеуіміз керек, бірақ жөндегенде де ол біріншіден сіздерде Платонуста жөнделу керек шынымен де. Сондықтан да бүгін түстен кейін мен өткен кеше де алдында мен айтқан кезде маған былай деп айтты дафтың мамандары. Енді алғашқы апта ондай нәрсе болады, жаңағы кейбіреулер ауысады, кейбіреулері жаңағы енді келіп жатады деп. Бірақ енді оған жарайды деп жауап бергенбіз, енді бір-екі студент болса мүмкін ауысып жатқан шығар деп. Бірақ енді кәдімгідей мысалы 5 студент, 10 студенттен ауыстыруға тура келіп жатыр да. Бұл мәселе бойынша енді түстен кейін мен тағы да сұраймын, өйткені олар Платонустың ішінде, в общем, не әлі ештеме реттелмеген. СРО тұр, менде ағылшын топ, ағылшын топқа мен ешқандай қатысым жоқ мысалы. Yeah. Сосын жаңағы екінші сұрақ, сіз айттыңыз, управляющий біреу болады деді. Сонда сол жаңағы тест нәтижесін сол управляющийдің міндеті ме барлығына қою, немесе лектор бірнеше лектор, әр лектор өз потогына қоя ма? Көрсеткіштерді тестирование. Сол қалай? Бұл жерде мысалы подумала, потому что как там же они идут сплошным, вот если мы отчет берем, то они, да, они списком. А как мы будем различать по факультетам, допустим, если нам разделят? Каждый лектор сам будет ставить результаты или это на обязанность будет управляющего? Вот это непонятный момент тоже. Егер сіздерде, мысалы, жалпы бір лектор, я мен түсінігім бойынша, қазіргі кезде. Старый история, философия, науки, нас три лектора. Арстамбаева, mm-hmm. Сандыбаева, я, например, да, на русском отделении. И также mm-hmm. на казахском тоже. Мысалы, потоктар, каждый mm-hmm. лектордың өзінің потогы бар, өз мамандықтарымен. Жоқ, бұл жерде енді бізде МОК-та бүкіл барлық поток бірақ жүктелген. Бұл жерде, бірден айтайым, бұл жерде оны бөліп алу ондай мүмкіндігі жоқ. Бұл жерде алфавиттік ретпен барлық сол бүкіл факультеттердің студенттері бірақ жүктелген. Өйткені біз алдында жаңағы IT мамандарға, осы МОК-пен айналысатын біздегі IT мамандарға хабарласқанда, ондай мүмкіндік бар ма, яғни мысалы, жаңа факультет бойынша бөлу, немесе сол потоктар бойынша бөлу, ондай мүмкіндік жоқ. Бұл жерде сіздер Платонуста, сіз айтып атыз, Платонуста жаңа конструктор тест шығады, онда бола ма сонда? Оны мен нақты білмедім, өйткені оны Платонустың мамандары түсіндіреді. Бүгін біз осы жиналысқа негізі сол мәселені көтереміз, сол бойынша айтамыз деп жоспарлаған болатынбыз, бірақ жалпы Платонустың өзі университетке инструкцияны кеш жіберген, сондықтан кешеден бері біздің мамандар сол инструкция бойынша өздері жүктеп, өздері барлық мүмкіндіктерін қарастырмақшы көріп.
Судан кейін олар тек қана сіздерге айтады. Қазір дәл мен сіздерге оны жауап бере алмаймын. Онда қандай мүмкіндіктері бар? Мен де кеше өзім оны көрдім, бірақ тек қана инструкциясын көрдім, борттағы вариантын. Мұнда мысалы кешіресіз сіз бөлейді. Үлкен мәселе туындайды мына жерде. Сіз общий алфавитпен спискпен кетеді. Бірақ та мысалы әлі лектор өзінің жеке кабинетінде Платонуста тұрады. Со данныйды не ету керек қой. А управляющий даже қойса да оны қалай еліктеп алады. Қайма оны жаңағы жолдау керек қой ана кісілерге, чтобы они Платонусқа қою үшін данныйларды. Иә, ол жерде ондай мәселе туындайды. Өйткені бізде МОК-та жаңағы не бойынша, біз МОК-ты мысалы қазір тек қана курс бойынша бөлдік. Үйті ол бізде жаңағы через дублирование. Өздеріңіз байқадыңыздар, я, мысалы бірінші курс культурология, екінші курс культурология, яғни курс бойынша ғана. Бірақ оны жаңағы журналдың өзін үйтіп, мысалы, реттеуге болады, тек қана егер ол жерде студенттер, мысалы, тобын, группасын енгізсе данныйларға. Бірақ студенттер бүкіл мәліметті енгізбеген. Өйткені жаңағы кірген кезде жалпы өздерінің ФН-ның спецификасы сондай, міне, международное отношение 11 адам, судебная экспертиза 10 адам. Факультет востоковедения 3 адам, юриспруденция 3 адам. Бізде сөйтіп құрақ-құрақ нелер, мамандықтар. Сіңіз ба? Иә, әрбір мамандық бойынша. Енді оны қалай біздер іріктеп отырамыз? Сіз айтасыз, общий алфавитный спискпен кетеді. Ол өте қиын болады біздерге, мысалы, үлкен мәселе болады. Мен онда тағы да біздің мамандарға осы мәселені айтып көрейін, иә? Егер мүмкіндігі бар болса, мүмкін басқа да бір, мүмкін плагиндарды ауыстыру керек шығар. Өйткені кезеген программада жаңағы жаңарту арқылы жаңа мүмкіндіктер қосылады ғой. Сол мәселені айтып көрейін. Өйткені біз алдында бір-екі сол журналға қатысты сұрақтарымызды айтқанбыз. Сол кезде ондай мүмкіндік жоқ деді. Егер тағы да сұрастырып көрейін, мүмкін жаңадан плагиндар енгізу арқылы мүмкін болса. Мен өзіме жазып алдым. Извините, прошлые годы же в журнале, вот где потоки стояли, мы могли взять группу, а сейчас этого нету. Там идет перезагрузка, потом опять общим списком. А в те годы, ну и в прошлом году, хотя стоит поток, например, но выходят группы, на группу нажимаешь, и выходит конкретно группа. Я уже не сильно о МОКе говорю, даже вот в Платонусе такие моменты. Технического плана, которые работали, сегодня нету вот этой опции. А имеете в Платонусе именно? Да, именно в Платонусе. Но в МУКе вообще огромная проблема будет. Дамиткен Турлыбаевна, есть там группы, вот наверху, обратите внимание, наверху группы вот, все. Ты нажимал на эту группу? Да, вот нажимаете на это, и они выходят, вот они все специальности. Осталось это так же есть. А до этого не было? До этого не было. В МУКе, если бы сделали бы так, чтобы так же, как в Платонусе, группы выходили, а они стояли как в алфавитном порядке. Это просто сидеть, находить трудно, да, кто к какой группе да. Относится. Вот нет, в МУКе это почти трудно. Невозможно, потому что если, например, ладно, у меня 500 человек, а у тебя 1000 с чем-то, полторы тысячи, там у кого-то... 1450. Вот о чем и речь, о чем и речь. Правда, и можно еще один вопрос, Шнар Шамабаевна? Нам сказали, что на кафедральном чате было сообщение, что лекции мы вообще сейчас не трогаем, не ставим, и не предусмотрено ни оценки, ничего не ставим, что решается какая-то проблема, связанная с МУКом, с вот этими оценками, связать лекцию с заданием. То есть мы, вот сегодня закрывается четвертый, третья неделя мы ничего не ставим. Правильно я понимаю? В начале, то есть в начальных неделях, да, говорили, что ставится НП. По этим вопросам вы только УДАВа можете уточнить. Я по этим вопросам, то есть это не в нашей компетенции, поэтому я не смогу вам ответить. Но в начале, да, когда вот было совещание, там нет. Говорили, что да, в начале ставите не предусмотрено. Ну, сильно уже долго невозможно не ставить. Студенты расслабятся и вообще решат, что ничего делать не надо. И вот теперь все-таки, вот где смотреть ответы, ну, кроме объявления, вот где я увижу
Вот 221 человек у меня посмотрела, аж где увидеть оценки? Mm-hmm. Вот этот. Да, да, сейчас Эдмира Ержановна вам покажет, хорошо? Сейчас прям в МОКе она покажет. А по вопросу, вот, то есть по группам, чтобы разделить, я себе записала, потому что в журнале, в принципе, в списке выходят там категории группы, фамилии и так далее. Я еще у ребят уточню, попрошу, если, в принципе, мы сейчас всех загрузили, основное количество студентов. До этого они обновления не делали, боялись, что вдруг сделаем обновление и весь список студентов исчезнет. А сейчас, то есть, когда уже все работы завершены, ну, основная масса, я попрошу, если есть такой выход, то есть сделать, если возможно, я попрошу это сделать. Сейчас Эльмира Иржановна вам объяснит, вот, где смотреть уже ответы студентов. Сосын әр лекторды өз потогымен жұмыстану мүмкіндігі берілсінші, әр лектор өзінің потогымен. Вы заходите на свою дисциплину, потом на свой тест. Вот здесь указано попыток 2. Получается, 2 студента уже сдавали. Есть вот 2 варианта. Здесь можете посмотреть. Ниже пролистывайте. Вот, например, у нас сектор разработки онлайн-курсов. Это мы проходили тест, как тестовый. Можете вправее чуть подвинуть. И тут есть оценка 0 баллов и на какие вопросы он ответил правильно. Например, здесь все неправильно, а здесь только третий вариант правильно. И сколько минут обучающийся сидел. Также с левой стороны есть вот графа оценки. Заходите на оценки. Тут вот список будет ваших студентов, и с правой стороны будет указано вот все. Например, тест, задание, контрольные вопросы. Вот какие вы материалы загружали, то, что нужно вам оценить, здесь все баллы будут указываться. Если вы хотите это себе сохранить, нажимаете на «Экспорт», далее таблица Excel. Допустим, вам нужен тест номер один. Вы выбираете тест номер один, остальные можно галочку убрать. И ниже вы это скачиваете. И в Excel-ском документе документ у вас скачается на компьютер. Также вы можете все эти документы выбрать все и скачаете. Еще вопросы есть? Скажите, пожалуйста, а вот можно тест, допустим, я хочу, поскольку уже они совсем расслабляются, у меня ощущение, в виде тестов поставить им СРО, потому что что-то проблема с СРО так длится еще, решается, видимо. Да, у нас вот некоторые... Я хотела спросить, могу ли я поставить не в лекцию, а вот, допустим, рядом с объявлением там или еще что-то, чтобы они открывали и сразу увидели? Да, вы можете. А каким образом? Смотрите, вот ваша дисциплина. У нас некоторые преподаватели уже приходят к нам в кабинет и в тестовом как варианте, да, они загружают СРО. Вот получается, вот, допустим, у вас здесь лекции, да, это у нас тестовый урок, у вас здесь будет лекция 1, лекция 2, и вот где объявление, здесь есть тесты. Вы можете все тесты загружать сюда, но смотрите, здесь студент должен нажать на эту вот птичку, да, и здесь все ваши вот тесты, СРО могут здесь как бы отображаться. Вы вот через режим редактирования начинаете загружать, например, добавить элемент или ресурс. Вы не заходите на лекцию, это вот будет в общем курсе. Добавить элемент или ресурс, потом тест. И здесь указываете, например, СРО, да? СРО. Вчера преподаватель 1.3 себе так СРО загружала. Сохраняете. Потом заходите опять на этот СРО. И как Шинар Жумабаевна показывала ранее, вы можете вопросы сюда загружать, как сами загружать. Редактировать тест нажимаете. И вот где добавить, вы можете выбрать из банка вопросов, но это будут здесь все вопросы в алфавитном порядке. И вам нужно будет как бы вот так вот сидеть и выбирать. Либо у вас есть возможность добавить и новый вопрос. Множественный выбор, добавить. Также вот этим вариантом вы можете сделать сложный вопрос. Ну, потому что через Word-овский документ там только один правильный ответ. А здесь вы можете выбрать, допускается несколько ответов.
Здесь можете вот выбрать A, B, C, либо 1, 2, 3, какие вот правильные варианты. Потом, допустим, вот здесь вы указываете вопрос. Я просто напишу вопрос. Этот же вопрос вы дублируете ниже. Копируете и ставите здесь ниже. Потом, где у вас правильный ответ, допустим, цифры укажу, да, 1, 2. Если у вас один правильный ответ, то вы ставите здесь 100 баллов. Допустим, у вас будут два правильных ответа, то эти 100 баллов вам нужно будет разделить здесь 50 и здесь 50. А остальные у вас будут просто пусто. Здесь, например, 3, ниже 4. А если вы хотите сделать 3 правильных ответа, то уже 100 баллов делите на 3. И указывайте везде, где у вас правильные ответы. И здесь вот ниже 33, да? А остальные здесь будут пусто. Где ответ неправильный, вот здесь пусто. И сохраняете. И вот таким образом вы можете загружать вопросы на СРО. Либо взять из банка вопросов. И тоже здесь почему-то в МОК максимальная оценка 10 баллов. Здесь вы указываете 100 баллов и обязательно надо нажать на «Сохранить». Потом, когда вы будете редактировать баллы в СРО, вот на карандаш нажимаете, здесь указываете, сколько вам нужно баллов, и после указания нажимаете на Enter, чтобы он сохранился. И на плюсик можете посмотреть вопрос, что вы указали. Еще вопрос есть? А если, Эльмира, если будет задание там сделать презентацию, да, или там написать эссе? Написать эссе, смотрите, вот заходите вот тоже на дисциплину, вы можете через вот добавить элемент или ресурс, но выбирайте сами, можете на лекцию это добавлять, либо также на общий курс. Угу. Есть вот здесь задание, вот можете выбрать задание, и студенты, вы сюда вот можете вот здесь, где описание указать, и нажать на кнопку «Отображать описание». Она отобразится, получается, на экране. Либо можете сюда загрузить документ. Если вы там, например, презентацию хотите загрузить к этому заданию, да, тоже здесь указывайте задание. Например, задание там к первой лекции, да. Ой, извините, задание. Номер один, да. Или к первой лекции. Здесь можете указать там ответить, да, там на первые три вопроса. Здесь загружаете ваш документ, если это необходимо. Здесь также можете доступ открыть или закрыть. И сохраняете. Вот задание номер один. Это, кажется, старый документ. Сейчас, минуточку. Кажется, вот, да? Вот когда вы загрузите какой-то документ в Word-овске, он вот так вот будет у студентов отображаться. И студенты должны этот Word-овский документ себе скачать и на компьютере они позже откроют. И если вы поставите доступ, то у студентов будет вот так вот доступ отображаться. Открыто с 10 сентября или закрыто 17. Закроется 17 сентября. Эльмира, смотрите, хорошо, это мы студенты выгружаем, теперь они выполнили задание и загрузили. Угу. Чтобы мне проверить, мне тоже надо их загружать, да, вот, да, загружать, а так просто там открыть, не загружая в компьютер, нельзя, потому что нет. Это, когда выгружаем задание, у нас компьютер уже начинает тупить, думать долго. Нет, получается, если у вас там 500 студентов. Это огромное количество. Например, я 1000 заданий загружу. 1000 заданий, если я загружу, у меня получается это. Уже компьютер начинает это медленно работать. Да? Не работать, да. Ну вот преподаватели, чтобы не проверять задания, они СРО как бы в тестовом формате студентам как бы вопросы составляют, чтобы система сама баллы уже проставила. И преподаватели только, получается, оценки выгружают себе уже готовые. Ну, тесты же не до конца определяют. Наша специфика нашего предмета же такой же, что они должны уметь и писать, и читать, и анализировать, да. И вот в этом плане, конечно, сложновато просто тестами проверять. Вот смотрите, вот еще есть добавить элемент или ресурс, где тест
Есть там, так, давайте я здесь укажу, наверное, сейчас, чтобы не запутаться. Давайте эссе. И через добавить здесь есть эссе. Но это надо будет протестировать. Получается, вам кажется, здесь загружать ничего не надо. Кажется, как в текстовом формате. Да, они как будут, сообщение напишут. Как да? Сообщение, да. Но это надо будет протестировать. Мы как бы это еще не тестировали, надо просмотреть. Но тоже вот где тест, у вас есть возможность здесь выбирать. Либо верно, неверно, либо короткий ответ, вот, либо эссе. Чтобы себе не загружать, вы можете вот так вот проверить. В виде сообщения мы отправляем, в виде сообщения получаем, чтобы не выгружать. Да, просто знаете, здесь надо будет просмотреть, сколько именно количество строк, вот это вот все максимально. Здесь 40 строк, например. Вот не минимально. Не строка, а нету, да, слов там? Вот здесь минимальное количество слов, максимальное. Наверное, есть. И здесь вот вопрос указывайте. Этот же вопрос здесь дублируете. Так, давайте мы сразу же попробуем. Так, вопрос. Нет, ну правильно, здесь сейчас студент открывает, теперь должен написать. Начать тестирование. Ага. Вот, смотрите. Получается, да. Он здесь, вот здесь будет балл указан у студента, вы здесь можете указать там 50, да, баллов или 40. Студент получается вот вам здесь текст. Отвечает. Да. Ага. Набирает, потом закончить попытку. Давайте я просто цифру наберу, да? Закончить попытку. И получается в МОКе есть неограниченное количество попыток. И студент может так возвращаться. И сейчас я вам покажу, где оценки вы можете изменить. Теперь я захожу как преподаватель, редактировать тест. Ой, то есть настройки, сейчас минуточку. Редактировать настройки. И вот где оценка, вы здесь ограничение ставите. Либо один раз, либо два раза. Но это уже на ваше усмотрение. А так по стандарту стоит неограничено. Вот студент, например, ответил. Вы заходите на эссе. В процессе написано. Да, в процессе, потому что, видите, я отвечала. Так, давайте сейчас, может быть, через... И здесь должна выйти попытка номер один, один раз. И в эту попытку заходите и можете просмотреть. Или давайте сейчас попробую через другой аккаунт зайти тоже. Вот студент заходит на дисциплину. Выбирает эссе. Начать тестирование. Набирает здесь и завершает. Теперь со стороны преподавателя. Эссе. И вот смотрите, видите, попытка 1. Вы нажимаете и здесь смотрите. Он как вышел, как тестирование же. А вы смотрите, все равно... Самого ответа, где мы можем увидеть то, что написал студент. Вот это надо будет протестировать. Сейчас здесь это, видимо, в настройках надо будет посмотреть. Здесь просто результат оценки здесь выходит, то, что вы сейчас показываете. Давайте мы это протестируем сами и потом вам сообщим. Хорошо. А еще вопросы есть? Да, Эльмира, вот вы сказали, что тест можно вот там, где объявление, вот activities, да? У меня стоит объявление, вот это моего объявления почему-то не увидела, и значка «тест» нет у меня.
А может быть, он здесь ниже оказался? Нет? Может быть, нужно на галочку нажать? На какую галочку? Ну вот, на такую птичку. Нет, я понимаю. Здесь у меня общий курс, прогресс, один форум, 15 страниц, один тест, резюме. С левой стороны активис, внизу посередине объявления. Потом идут лекции. Все, больше ничего нету. А вы где лекции не загружали его? Может, я один раз. Нет, это на третью лекцию загрузила. Вот задание к лекции самой. А я хочу СРО, чтобы вот рядом с объявлением стояло, допустим, СРО. Вы сказали, что да, это возможно. Вот здесь заходите в этот значок и так далее. Но этого значка-то у меня нету, получается. Или вот такой, да, вы имеете в виду тест? Сейчас я... Да, да. Вот смотрите. Вот, стоит, вот это объявление у меня стоит только посередине, и все. Вот, допустим, ваш курс. Вы нажимаете на режим редактирования. Ага, сейчас я попробую параллельно с вами. Так, режим редактирования, так. Потом у вас, где вот карандашик появится, добавить элемент или ресурс. Так. Вот где объявление ниже. Так, добавить. И вот ну выбираете. Вот, имеется в виду вот это обычное, что я выбираю тест. А я думала, да, что оно изначально стоит. А нет, нет, все, получается. Все поняла. Так же, как и в лекции внутри, допустим. Все поняла тогда. И как вы загрузите, в конце вы завершаете. Так, ну-ка покажите, как мы завершаем в конце. А вот получается, вот где красным наверху, с левой стороны. Поняла. Не забывайте, ага, все, спасибо. А вот по поводу СЭ, давайте мы сами протестируем, да, посмотрим, как там оценки проверять, баллы. Может, система сама как-то автоматически будет баллы выставлять, потому что там же было сбоку, где вопрос один балл. Ну, вот СЭ, да, все-таки это... Понимаете, здесь сложность заключается, что как будто бы самому преподавателю приходится читать. Ну, Куралай Сергабыловна вышла, которая... Она вышла, Да, она вышла. Просто по строчкам же не поставишь оценку. Они могут биографию свою написать, грубо говоря. Поэтому вот это проблема. Хорошо, давайте этот вопрос мы уточним. И вопрос по поводу... Платонуса с журналом, да? И еще третий вопрос, это вот, что да, в МОКе тоже вопрос журнала, да, что по каждому, да, по группам, да. Ну, вот основной вопрос вот этот, мне кажется, да, потому что да, завтра... Да, потому что они идут в сплошном Да, там в алфавитном порядке все идут, да, да. Если там какие-то уже нужно будет сделать настройки, что-то изменить, тогда, ну, как бы нам уже нужно будет над этим поработать. И насчет тестов в Платонусе, тогда как они протестируют его, и мы вам тоже скинем обязательно видеоинструкцию, и, наверное, представитель с отдела этот, сопровождения, они тоже выйдут. А, вот было на сессии. Они выйдут и тоже проконсультируют и покажут вам, хорошо? Так, по тестам, так, если будут какие-то проблемы, да, можете к нам подойти. Да, да. Здесь уже будем, да, загружать, ага. Куралай Сергабыловна, сізде вроде сіз уже жүктедіңіз, я тестерді? Сіз жүктеп қойдым, я мен алдында ограничениями неделяны түсінген жоқпын, кеше сіз түсіндірдіңіз, енді бүгін алға жасады. Қойдыңыз, я, ага. Ограничениены я міндетті түрде алдағы лекция жауап қойыңыздар, кейбір студенттер, жена, пысық студенттер 5-6 апта уже алға кетіп қалып, тесттерді нетіпті кейбір пәндерден. Сондықтан оны әзірге жауап қойыңыздар, сосын жаңағы уақыты неткен кезде ашып қоясыздар, сол кезде сосын жаңа ограничение. Сосын балдарды жаңа алдында мен түсіндіріп өттім ғой, оны енді өздеріңіз на ваше усмотрение, жаңа просмотрға қанша бересіз. Просмотрды бөлекті қарауға болады, бірақ біз жаңа мокты бізді былай қарап зерттей келе негізі сол нұсқа дұрыс сияқты деп шештік, өткені сіз жаңағы соңғы нақты жаңағы балды аласыз да сондай. Сондай вариант. Жоқ, тестта ол түсінікті, я, мен екінші үшінші аптаға тест салған жоқ, мен тек пока бірінші апта өзіме тестировать етіп жатырмын, дейші, өзіме. Yeah, yeah. А жаңағы менде сұрақ сол не болды ғой? Эссе бойынша. Жүктеу бойынша, да, презентация жасай дегенде.
вот соларды қалайсы, действительно сообщение ретінде просто келсе, жүктемей қарайтын, онда ол тиімді еді. Қазір Эльмира жаңа қарап бір несін тауып алды деймін. Біз өзімізді сіздер сияқты күнде бір жерін әтеуір қарап жөндеп бірдемелер тауып жатырмыз. Барынша сіздерге жеңіл болсын. Қазір Эльмира көрсетіп жерсін, иә? И еще, Шнара Жумабаевна, пока я не забыла, помните, я заходила, вот по доту задавала вопрос, еще ничего не известно, а то сегодня неделя закрывается, они на связь не выходят, студенты. По академмобильности? Угу. По академмобильности нам, вот то, что нам сообщили, сказали только, что преподаватели выйдут, они в списке, то есть в журнале, кто по академмобильности, затем преподаватели будут им задания отправлять индивидуально, то есть тоже через Платонус, но кроме этого пока ничего не говорили. Вроде мы еще и приказа ждем, как бы весь список-то должен уже приказ выйти, поэтому, хотя мы по нему тоже планируем провести встречу ознакомительную, может быть, на пятницу. К этому моменту, если там... Дело в том, что вот надо в первую очередь обучающихся. Почему-то преподаватели должны искать этих студентов. Они вот у меня появились в конце прошлой недели. Сегодня неделя третья закрывается. Угу. И что я им поставлю, естественно, неявку. Я им и поставила неявку в субботу, чтобы они не озадачили. Через старост узнавали, потом в силабусе есть, но они на связь не выходят абсолютно. Не выходят, да? Не выходят, да. Поэтому, может быть, они не знают, как. То есть даже вот на платформе, допустим, Платонус, это не уйдет задание ко всем. Вот нет, там раньше есть пункт, что вы можете, что задание именно определенному, то есть обучающему прикрепляете именно к ним. Тогда, наверное, мы сначала для обучающихся проведем, потому что но когда они к нам приходили, они же тоже к нам приходят, подпись получают. Хотя мы им всем говорили, как бы предупреждали, ну, в общем, расклад им говорили, но может, некоторые еще не уехали, может, некоторые еще не, как бы, не обосновались там, я не знаю. Но мы, наверное, да, они где-то на 4-5 неделе начинают выходить на связь. Вот, когда в Moodle работали, они как-то поживее это делали, а сейчас, видимо, в связи с ситуацией... Да, нет, возможно. Может, в тот раз как-то говорили, что принимающая страна тоже там у них свои какие-то у всех требования. Ну, поэтому давайте тогда мы сначала тогда для обучающихся проведем, чтобы они уже знали, где что. А потом, ну, мы планируем на пятницу, если будет возможность, и для преподавателей тоже проведем. Сейчас тогда Эльмира объяснит, да, по эссе вот еще раз. По поводу эссе я здесь нашла. Вот вы заходите в эссе. Потом, где попыток один, заходите сюда, и здесь будет список студентов, кто эссе достал. Заходите вот где просмотр попытки и ознакомляйтесь. Но получается, компьютер сам автоматически дает баллы. Если вы как бы один балл здесь ставите, то компьютер выставляет один балл. Но вы можете поставить, ну вот, выбрать студента и переоценить выбранные попытки. И вы здесь можете ему балл, кажется, другой поставить. Да, да. Ну вот где просмотр попытки, вы здесь ознакомливаетесь, что студент указал. Понятно. Но если еще что-то мы узнаем, мы вам сообщим. Если будут какие-то вопросы, вы можете в эту команду писать, либо к нам на почту. Хорошо. Вот здесь хорошо, наши спасибо. Контакты, можете сюда обращаться. Да, можете мне лично. Мой телефон, номер вроде у вас у всех есть. Можете писать, можете звонить. Спасибо, до свидания.